Отдых на воде – прекрасный способ спастись от жары, получить максимум удовольствия и укрепить здоровье. Тем более, что в Сарове официально открыт купальный сезон. У нас сейчас купальный сезон с 1 июля открыт в двух местах официально. Это озеро Боровое и озеро Протяжное. Места подготовлены для отдыха людей. Ну, как говорится, всех отдыхающих приглашают проводить время там. Умение хорошо плавать – одна из гарантий безопасного отдыха на воде. Но даже отличный пловец должен соблюдать осторожность, придерживаться элементарных правил, выбирать отведенные или хорошо знакомые места для купания. Не забывать, что вода – это у нас все-таки неестественная среда обитания для человека, поэтому понимать, что вода таит за собой опасность. Это и резкое охлаждение организма, которое может проявление сердечно-сосудистых заболеваний привести, ну и элементарное утопление. Чтобы не получить переохлаждение организма, купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды от плюс 20 градусов. Категорически запрещено нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к любым водным транспортным средствам и устраивать в воде игры, из-за которых можно захлебнуться. Совершенно недопустимо употребление спиртных напитков. Если на ваших глазах тонет человек, а вы не в силах оказать ему помощь, то незамедлительно звоните по номеру 112. Екатерина Шмакова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.